Форум уже стал традиционным мероприятием для подведения итогов совместной работы бизнес-сообщества и органов исполнительной власти. Конгресс дает предпринимателям возможность получить экспертную помощь в сферах налогообложения и надзорной деятельности. Так, одной из главных тем для обсуждения стал вопрос о пересмотре величины кадастровой стоимости объектов недвижимости. Действительно, выкупная стоимость земельных участков 100% для большинства предпринимателей неподъемная величина. Мы конкретно предлагаем ограничиться для производственных предприятий величиной 20%, для остальных субъектов предпринимательской деятельности 30% от выкупной стоимости. Обсудили и проблему налога на имущество. В прошлом году были приняты изменения в закон, которые касались вычета в 300 квадратных метрах. В этом году мы видим, что данное изменение принятое требует небольшой доработки. Отрадно видеть, что позиция Виктора Петровича и правительства готова к сотрудничеству. Соответственно, я думаю, что все-таки мы сделаем данную норму закона рабочей и возможной для использования всеми предпринимателями. Особое внимание уделили проблемам сельской торговли. Сельские магазины, сельская торговля, особенно в селах, где численность населения составляет менее 1000 человек, на мой взгляд, необходимо вводить условно нулевую ставку для таких объектов, потому что там бизнеса нет, там больше социальная нагрузка. С предложениями выступили представители молодежной секции «Молодые предприниматели нашего региона». Наших ключевых запросов, которые мы обсуждали, это создание, не то что специализированного, создание единого центра поддержки молодых предпринимателей. Поддержки не с точки зрения финансов, а с точки зрения их дальнейшего сопровождения. Также поговорили о мерах ответственности в сфере нарушения интеллектуальной собственности и незаконном использовании товарных знаков розничной торговли Алтайского края. В ходе обсуждения эксперты со стороны бизнеса и органов власти обменялись мнениями и способами решения проблем. Их признались участники найти непросто, но совместные усилия должны упростить жизнь алтайскому бизнесу. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.